Здравствуйте. Кто для вас Саакашвили? Для нас, для меня грузин, он хороший человек. Who is Саакашвили for you? No one, absolutely. No one. For me is no one. Mostly bad. Why? Well, he started out fine in the beginning, and at the end he really ruined like mostly everything, yeah. With the wars, with the justice system, everything. So mostly for me he's like more of a disadvantage than an advantage. So yeah. Я не знаю, не могу точно сказать. Он сделал много чего хорошего, сделал много чего плохого. То есть например. Были примеры. Ну, я могу сказать по своему опыту, что город больше стал похож на столицу, дороги, украшения города, инфраструктура города, в принципе. Но налоговая система была плохая. Налоги, кражи. То есть у меня к нему столько же плюсов, сколько и минусов, на мой взгляд. По-моему, когда Саакашвили был, было лучше. Что-то делалось хотя бы. Сейчас одни минусы, до этого были и плюсы тоже. Нормальный мужик, президент. Он, кстати, очень много чего хорошего сделал для Грузии и для молодежи. Бывший президент Грузии. Про Саакашвили вы говорите? Да. И хороший, сделал хорошего, да. Хорошее, что сделал. Вот улицы сделал новые. Батуми сделал. Ну и много чего сейчас реформы не вспоминаю. Реформы делал, да. Какую реформу сделал? Ну, полицейскую реформу и многое еще такое. Is Саакашвили for you? I don't like politics. Not good man. I think, yeah. Можно не ответить. Президент был, бывший президент был. Как было? Ну ничего. Хорошее было. Я не могу сказать, это зачем? Уже политика, я политику не вмешиваюсь. Вы здесь живете, да? Ну и что, что-то да. Что-то видел, хорошее было. Ну хорошее очень много сделал, да. Он. Например? Ну, дороги сделал, свет сделал, не было, да. Другой? Ну, немножко реформа. Какая ну. Сделал. Ну, я политику не вмешиваюсь, извини. Он, безусловно, очень харизматическая личность. Да, он может организовать то, что задумает, он всегда добивается этого. Например, что сделал? Он может сделать и хорошее, и плохое. Все, что я могу сделать. Он хороший организатор, может организовать и что-то очень шикарное, и что-то очень плохое. Саакашвили чимди? Саакашвили bizim için keçmiş prezidentimizdi. Necə təsir bağışdı? Ümumiyyətlə onun fəaliyyəti sizə necə təsir bağışdı? Yəni ümumiyyətlə necə bir fəaliyyəti vardı? Razı idiniz, razı deyildiniz? Razı idik ondan, gözəl idi. Razı, yaxşı idi. Ondan sonra onu əvəzləyən bir prezident və ya bir məmur oldu mu? Valla, nə bilim, o qədər məlumatım yoxdur. Buradan Saakashvili'ye ne demek isterdiniz? Geri Gürcistan'a qayıtsa gözəl olar. Do you know Mikhail Saakashvili? No. Why? Where from? Japan. Why?